120 тонн древесного угля в месяц изготавливаются на североказахстанском предприятии. Аналогов производства в регионе нет. Компания работает на заказ, готовит сырье для карагандинского завода по выпуску кремния. О процессе изготовления продукции расскажем в следующем материале. В Айыртауском районе предприятие по производству древесного угля открыли 1,5 года назад. Работа здесь кипит круглые сутки, поэтому запах древесной стружки из цеха не выветривается. Одна такая печь вмещает в себя больше 3 кубов древесины. Выжигают уголь при температуре 750-800 градусов. Занимает процесс изготовления 5,5 часов. За производственным процессом тщательно следят операторы и главный технолог предприятия. Печь, их в цехе 4, сырье попадает вот в таких специальных контейнерах. Контейнера называются ретортами. В них забиваются дрова. В результате их ставят специальные шахты в печах. Процесс сушки происходит за счет пиролизных газов. В сутки на предприятии перерабатывают 36 кубов березы. В месяц получают по 120 тонн продукции. Готовый древесный уголь используют для металлургической промышленности. Основной сейчас потребитель у нас карагандинский кремниевый завод. И там большие объемы поставок и перспективы неплохие. Поэтому. Да, сырье мы покупаем, лесные билеты в хозяйстве. Потом сами вырубаем, вывозим лес и, естественно, восстанавливаем все это, высаживаем. И причем где-то в двукратном даже размере получается высадка нового леса. Предприятие уже обеспечило работой около 60 человек. В планах открыть еще такой завод с большей мощностью. Ирина Панфилова, Тулеген Иманов и Дмитрий Рура. Северный Казахстан. Хабар-24.